I don't have time to play your little games. Yes, I'm sorry! Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами Гидеон, и я рад вас приветствовать в своей рубрике «Лучшие игры», где мы продолжаем проходить чудесную игру Shenmue. Ну что же, вспомним, на чем закончилась вторая часть моего прохождения. Нам нужно сходить в парикмахерскую Лиу, в которую мы не смогли сходить во второй части, так как уже было поздно, и мы отправились спать. Ну что же, сейчас мы это наверстаем. И отправимся прямо в Дабуиту, в парикмахерскую Лиу. Найдем Ини-сан, поприветствуем ее с утра. Так, она не на кухне. Надо будет, кстати, зайти к нашему котенку и покормить его. Надеюсь, у нас в этой части получится. В предыдущей части Рио что-то не хотел кормить. Что-то мы не можем найти. Не можем найти нашу Ини-сан. Где-то она, наверное, в какой-то комнатке убирается. Или отдыхает. Ну что же. Ладно, отправимся тогда сразу по месту нашего назначения. Thank you, Ини-сан. Ини-сан оставила нам немного денег, как всегда. Мы их с благодарностью берем. Ну что же, зайдем в доджо. Наверное, Фукусан там тренируется. Фукусан. Practicing the move name Pit Blow. For my first 3 years here, Sensei had me practice only the basics. One must know the fundamentals to reveal the essence. As my father used to say. Yes, but... But Sensei is no longer here to teach me. He's gone, and I still have so many bad habits. Say, Ryo-san! Would you mind showing me the right way to do it? Ну что же, давайте, конечно, согласимся. Sure, why not? Okay, I'll go first. Take a look at my form and let me know what's wrong. As I take one step forward, I tense my arm, then strike. Fuxan. I'm okay. Ryo-san, can you show me how to do it right? Sure, but I'm not as good as father was. Ну что же, мы покажем, как правильно делать прием. Я, правда, не знаю, сейчас обратимся к помощи. Ну, здесь ничего особенного нет. Так, сейчас я немножко вспомню это удар. Why don't you practice the footwork first? That looks good. The next part's important. Shift in one continuous motion. As you step forward, strike. But I'm not as good as father was. Ну что ж, нам нужно сделать шаг вперед и нанести удар рукой. Как-то. Примерно I attacked так. Way too late. Вот так. That was great. Your technique is so much better than mine.
completely different from mine. My father and I trained for a long time. Sensei always told me that this was the most important basic technique. So, would you like to practice some more? Ну что ж, мы выучили этот прием, я думаю, этого пока достаточно. No, that's enough. Really? Well, if you ever feel like sparring, just ask. I'll be here. Thanks, Fuku-san. Ну что ж, как Фуку-сан нам и сказал, мы можем обратиться к нему, и он поучаствует в роли спарринг-партнера. Также вы увидели, как выучивается прием. Прием рука Pit Blow, видимо, по-английски. Здесь перевели, конечно же, не очень. Но это не страшно. Прием учится на слух, именно как нам говорят, отправляя, ну, перенести свой вес вперед, дальше сделать удар рукой. То есть ничего это не пишется, это записывается уже потом. У нас есть специальная бумага в меню, сейчас я вам покажу, где у нас записаны различные приемы. У нас есть приемы, и мы можем вот, пожалуйста, их посмотреть. Вот прием, который мы сейчас выучили. Это вперед и удар рукой. А сейчас мы... О, котенок. Нет, просто киса какая-то. Ну, гуляй, киса. Ну что же, отправляемся сейчас к нашей киске. Ага, что это? Are you okay? Yeah, but be careful when playing in the road. Okay. Wait up, Yasuo. Wait for me. Ну что ж, вот нам показали самую первую сцену с квик-тайм-ивентом, где нужно было просто всего лишь поймать мячик. И мы это сделали. Таких сцен будет достаточно в игре. Ударил, подожди. Таких сцен будет достаточно в игре, в разные моменты будут появляться, особенно в ключевых моментах. Как погони и прочее. Doesn't that feel good? Так, ну что же, я попробую накормить нашего котеночка. Почему-то не получается. Вот не знаю, что-то я не то делаю, к сожалению. Ну что же, ладно, ладно. Нет, значит нет. Значит, я схожу обязательно в магазин и куплю ему сушеные рыбки. Обязательно мы это сделаем. А сейчас идем в Сакурагаоку. Множество вот таких вот ивентов случаются, частенько случаются. Как я уже говорил, можно что-то встретить, что-то можно не встретить. Давайте купим какую-нибудь игрушечку для разнообразия. ¥100 each. Давай купим. I should buy one. Что же у нас тут? I know this. О, какой-то ниндзя. Добавим его в нашу коллекцию. Под названием Cage One. I should try again. Нет, хватит. Nah, not today. Пойдем. Значит, отправляемся мы дальше, куда и хотели. До Буито, а дальше в парикмахерскую. Время уже... без 20:11. Надо нам поторапливаться, а то пропустим все утро. Ну что же, парикмахерская была где-то здесь, если я не ошибаюсь. Давайте, да, вот парикмахерская Лио.
you, son. Hello. Welcome. How would you like your hair today? I'm not here for a haircut. I came to ask about people from China. And you are? I'm Yo Hazuki, of the Hazuki Dojo in Yamanose. Hazuki-san? Darling, you saw it in the paper on that snowy day. Ah, I understand you've gone through a lot. I'm looking for a Chinese man who goes by the name Lan Di. Tao-san and the others of the Three Blades said that perhaps you'd know. So, Tao-san referred you to us. Well, I'm a second-generation Chinese, so I don't think I can be of much help. Maybe they meant your father. Oh, I see. He is... My father's 80 years old. He owned a shop in Yokohama from before the war. Maybe he knows. He's been in hospital for the flu and was just discharged yesterday. He's been through a lot, so we've kept it closed for a while. Is he all right? Oh, he's much better now. Perhaps he's exercising in Suzume Park. Suzume Park? He walks once around Obuita and eats at the Soba restaurant every day. Thank you very much. I'll try there. Ну что же, спасибо за ценные подсказки, Лиу. И нам нужно поговорить с Лиу-старшим, который находится в парке Сузуми. Сейчас нам необходимо ознакомиться с картой и посмотреть, куда же нам нужно двигаться дальше. Карта у нас, благо, рядом. Так, парк Сузуми. Почему-то парк Сузуми, мне кажется, что он находится в Сакурагаоке. Если я не ошибаюсь, потому что в Дубуите я парков что-то даже и не припомню. Да, давайте отправимся в Сакурагаоку. О, на мотоцикле. Ха, круто. Это отдельная такая группа байкеров, которые находятся в Дубуите. У них там свой бар. Мы еще с ними обязательно встретимся. Так, у нас здесь парк Сузуми. Парк... Нет, это парк Сакура. Сакура парк. Конечно же, да, в Сакурагаоке. Еще раз открою блокнот, посмотрю, надо поговорить с Лиу старшим в парке Сузуми. Парк Сузуми. А, все. Все, я сейчас вспомнил. У нас действительно где-то был парк, небольшой, маленький такой парк в Дубуите. Я все-таки ошибался, что парков нету. Я что-то сейчас припоминаю. Но это нам нужно идти не... необычным, хотя мы могли из Сакурагаоки сейчас попасть примерно туда, куда нам нужно. Но сейчас мы пройдем через Дубуиту. Это наша College Girl. Итак, где мы находимся? Мы находимся вот здесь, а нам надо попасть... Вот он, парк. Вот он, парк. То есть нам нужно пройти через весь район и свернуть два раза налево. То есть направо. Направо, конечно же. По пути я хочу поговорить с Назоми, спросить, как у нее дела. И как она поживает. Назоми. Ryo, I do understand how you feel. But don't overdo it. Yeah, I know. Ну, ничего особенного, просто пожелали. Итак, зайдем, кстати, в магазин. Hey, wait a minute. Hey, Hazuki, you think you can bump into me and not even apologize? Yeah, jerk. Apologize to Enoki-san. Well, maybe I'll just beat an apology out of you. I don't have time for this.
get lost. That's it, your history! Yeah! That's it! Come on, loser! Damn, you're pretty tough! I don't have time to play your little games. Yes, I'm sorry! You don't mess with me again, got it? Alright, alright! Hey, are you okay? Can you get up? Что ж, дорогие друзья, вот одна из сцен, еще одна, на которую мы могли нарваться, проходя именно по этой улице, именно в этот день. Хотя некоторые сцены могут повториться и в другой день. Но, так или иначе, мы познакомились, грубо говоря, с этой бандой. Поговорим с Томом. Том. Харио! Do you know the way to Suzumi Park? Go straight up here! Turn right at the corner by the arcade! I see. Он нам подсказал правильную дорогу. Так или иначе, мы познакомились с этой бандитской группировкой. Ну что же, а вы видели более долгую игру квиктайм-ивентов. И на кнопке B, которую нужно было нажать, я, к сожалению, не успел нажать. Но тем самым я вам показал, что квиктайм-ивенты могут быть в некоторых частях здесь провалены, но в общем выиграны. То есть, если я буду, конечно, много раз ошибаться и не попадать по клавишам, то, конечно же, Рио побьют. И либо квиктайм-ивент просто пройдет в таком ключе, что я проиграл, либо повторится заново, если он будет жизненно важен нам по сюжету. Ну что же, а теперь поговорим со стариком Лив. Are you Dio, son? Yes, I am. And you? My name is Dio Hazuki, from the Hazuki Dojo in Yamanose. Ah, I've heard what happened to your father. My condolences. What can I do for you? I'm looking for a Chinese man who calls himself Lan Di. Three Blades members like Aijiichi's Tao-san suggested that perhaps you might know. Ah, you know of the Three Blades. I know it refers to the three professions, barbers, cooks, and tailors. That it does. Did you know that the proud elite of these professions were also imperial bodyguards, protecting emperors from assassinations with their razors, knives, and scissors? About Lan Di? I gather by his name that he is most likely a member of a Chinese black market cartel, or perhaps even the Chinese mafia. Would they be here in Yokosuka? They have developed a base in the harbor to bypass customs and expand their activities. Try asking some of the sailors in the vicinity. They're bound to know more. Sailors? I'll look for some. Thank you very much. Good luck. Ну что же, вот мы подбираемся к тому, что нам нужно отправляться в порт. И нам надо спросить у некоторых моряков. Но моряков мы попробуем найти прямо здесь, в Дабуите. После такой потасовочки, я думаю, нам стоит выпить немножко газировочки освежающей. На этот раз выберу синенькую баночку. По виду освежает. Кстати, там внизу, чуть ниже, можно еще купить баночку с кофе. У них тут все в баночках. В свободное время еще можно зайти в зал игровых автоматов. Безусловно, мы туда зайдем и посмотрим на местные игрушки.
Так, нам нужно узнать, где мы можем встретить моряков. Я думаю, спрошу у того же. Хотя, вот этот парень может знать. Курита-сан. Yo, how are ya? Do you know of any places where sailors hang out? Sailors come in here sometimes. About their navy stuff. Usually they try and sell to me. About when do they come by? It's not like they come all the time, you know. I see. Ну что ж, ничего он полезного нам не сказал, кроме того, что они сюда иногда заходят. Tom. Hi-yo. Do you know any place where sailors hang out? Sailors? Yeah, I do. They hang out at bars. They always start street fights when they're drunk, you know. I can't stand them, man. Which bar do they hang out at? I don't know. I'm broke. I can't afford to drink. Oh well. Later. Ну что же, он нам подсказал то, что моряки собираются по вечерам в барах, и я решаю отправиться как раз в тот район Дабуиты, где... Хотя вот продавец Water Dragon может нам помочь. Татсуми-сан. Hey, what's up? Do you know any place where sailors hang out? I don't know for sure, but I often see them hanging out at a bar near the Mahjong parlor. I see. I'll try there. Ну что же, он подтверждает наши мысли о том, что моряки находятся в барах возле игрового дома. А сейчас мы зайдем в магазин и приобретем немножко рыбки для нашей кисы. Итак, вот здесь она у нас была. Сейчас мы ее купим. Главное навестись на нее. Вот она, сушеная рыба. Yo, may I help you? Yes. Come again, yo. Ну что ж, теперь отправимся в район, где у нас тусуются байкеры, бары и вообще район такой, который never sleeps, как говорят. О, к сожалению, не туда забежал. Вот наша улица, так сказать, для взрослых. Итак, где у нас находится... Игорный дом или игровой дом? Давайте спросим нашего знакомого. Оно-сан. Oh, it's you, Ryo. I heard you had a hard time. Yeah. Are you okay now? Yes. I feel a lot better now. Don't overdo it. Ну, да. Еще немножко бесполезности. Красивый байк. Мне нравится. Ага, а тут у нас что? Тату. Ну-ка спросим у этого парня. Ain't got time for punk kids. Get out of here. Ага, понятно. Проваливай отсюда, панк. Ладно, хорошо. Где наш игорный дом? Это у нас что, посмотрим? А, игровой дом Dying Sagan. Угу. Excuse me. May I help you? Do you have time now, Hattori-san? What is it? I'm looking for sailors. Sailors? I see them walking around in the evening. Don't know any personally. I see. If you like, why don't you ask that jerk Tamura? You mean the butcher? Yep. He used to be pretty bad, you know. He was a leader of a local gang. He might know something. I see. Thank you very much. Ну что ж, наконец-то мы слышим дельный совет. Отправиться к мяснику и спросить его. Я помню, где он находится. И он находится возле зала Arcade. Примерно в этом районе.
Но, как нам сказали, моряки находятся здесь только по вечерам. Действительно, днем они работают. Тамура-сан. Hey, how are you doing? Do you know where the sailors hang out around here? They hang around everywhere at night time. They all go out drinking. Right. Hey, you gonna start a fight with them? No way, I'm not like you. Hey, you can tell me, Ryo. I know you're strong, but they're big guys, so don't underestimate them. I'll take care, don't worry. Да, я очень надеялся, что он скажет нам побольше важных вещей. Ну что же, что же. И это неплохо. Постоянно тут катаются на мотоциклах. Ну что же, я думаю, зайдем в аркейд. Проведем там немного времени до вечера. А вечером мы попробуем встретить моряков. Ну что ж, у нас тут есть разные игровые автоматы. И начнем мы... Давайте с первого, что ли, посмотрим, что у нас здесь. Excite QTE. One play, 100 yen. Сыграем. I'll give it a try. Ага. Что же это за игра? Ой. Ой-ой-ой, понятно. Это та же игра на быстрое нажимание кнопок. Ах ты. Все, еще что-то осталось? Осталось. Наверное, 3 жизни. Теперь уже стрелки пошли. Ничего себе. Сейчас, наверное, будут стрелки вперемешку с цифрами, с этими, с кнопками. Прошли на средний уровень. Да, на среднем уже явно нам меньше времени дают. Намного меньше. Ох, я чувствую, сейчас проиграю. Ах, ну ладно. Этого стоило ожидать. Ну что ж, средний уровень. Не так уж и плохо. 81 тысяча очков. Man, you're pretty good. It's not a big deal. Даже владелец нас похвалил. Ну что же, перейдем к другой игре. Это игра бокс. Здесь тоже, в принципе, нужно быстро нажимать кнопки. Давайте, попробуем. One game, 100 yen. Show me what you got. I should try it once. Я не помню, только здесь 3 одинаковые кнопки или разные. Вот это я не помню, к сожалению. Ah.
ты. Еще две. Еще две жизни. Продолжаем в том же духе. Ах ты! Немножко ошибся. Ну что же, еще одна жизнь. А, вместе нужно было нажимать. К сожалению, к нажатию вместе я был не готов. 267 тысяч очков набрал. Ну что же, с тем, что, ну, буквы не менялись, мне действительно было не так уж и сложно. Что ж, время у нас уже... Сколько у нас? 4 часа 30 минут. Сыграем еще на одной игре. Hang on, 100 yen a game. I'll try it. Здесь у нас обычные гонки на мотоцикле. А, да, 100 йен. Поехали. Нажмите старт. Это, да, обычная такая игра. Которая встречается на большинстве мобильных телефонов вашей бабушки. Хотя у меня до сих пор на телефоне такая. Ой. А, понятно, здесь кнопка поворота. Я ее нажимаю, и мотоциклист продолжает поворачивать. То есть мне ее не нужно удерживать. У мотоциклиста три положения, как я вижу. Поворот направо. А, нет, еще может чуть-чуть как бы поворачивать. И как мне вот догонять кого-то? Я просто не понимаю. У меня, наверное... Это что, это тормоза, что ли? Да, это тормоза. Ускорения никакого нету. К сожалению, ничего сделать не могу. Можно только притормозить. Но тормозить я даже не знаю зачем тут, потому что
Можно просто вот так вот поворачивать. Да, ничего особенного или интересного. Намного интереснее это бокс, конечно, там. Безусловно. Просто нажатие кнопок на экране в первой игре. Не знаю, тут как-то, наверное, нужно ускоряться. Ну, в общем, не очень, честно, хочу в этом разбираться. Честно. Давайте, выйдем уже отсюда. Хорошо, хорошо, я согласен. Мой ранг где-то внизу столбца. Ничего страшного. Уже время уже 5 часов. И на этом я заканчиваю третью часть моего прохождения игры Shenmue. Надеюсь, вам всем понравилось. В четвертой части мы обязательно отправимся вечером в наш район и попробуем найти моряков. Ну что же, надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.